В Аквилон за неделю приходи, в Аквилоне мебели пруд пруди. Середина рабочей недели придает нам особые силы и желание хорошенько потрудиться, приближая тем самым нас к ожидаемым выходным. Как одеваться магнитогорцем, выходя на улицу в среду, и брать ли с собой зонт, далее в программе. В среду, 17 мая, в Магнитогорске на протяжении всего дня, за исключением раннего утра, будет солнечно. Ночью температура воздуха составит плюс 2, плюс 6 градусов. Утром воздух прогреется до плюс 11. Днем до 18 тепла, а к вечеру будут температурные колебания от плюс 18 до плюс 9, но без осадков. В Белорецке на близлежащем курорте Башкортостана до минус 2 ночью. Днем воздух прогреется до плюс 14. В первой половине дня облачно. После обеда будет солнечно. В Сибае, так же как и на Урале, в целом до плюс 7 ночью. Днем 18 градусов со знаком плюс и ясно. В столице Южного Урала днем термометры покажут плюс 14, плюс 17 градусов. В течение дня будет переменная облачность и без осадков. На этом у меня все. Хорошего вам весеннего настроения и осуществления всех планов.